Всем привет, мои дорогие друзья, вы на канале Андрей Колесников, с вами Андрей, и сегодня будем играть в игру под названием Слендерина. Ну что ж, пошли. Давайте играть. Я лучше помолчу, чтоб вам так-то наслаждаться. Мне уже страшно. Кому уже страшно, жмите лайк. Итак, ребят, нам надо найти 4 книги и ключи. Мы пошли в тупик. Мы в тупик зашли. Ну все, мне окончательно скоро будет большой секрет. Ключик мы нашли. Ребят, если я буду петь, это значит, что я немного это... А, блин. Чувствую, эта тварь выйдет. Не знаю, как он чил. Я опять в тупик зашел. Я знаю её. Я знаю эту мразь. Извините меня за слова, потому что это очень страшная песня. Потому что моему персонажу уже плохо. По его ебанику. Если меня будет плохо слышно, извините. Блин, да ты чё, дура? Дура. Что, друзья, мы продолжаем. Будем идти вперед. Нам эта мразь встретится. Нам она встретится. У меня сердце не остановилось от такого перепуга. Открой ты эту дверь. Открой. Таня вниз. И жопа мне. Ребят, приготовьтесь, сейчас буду стрелять. Я чувствую, что стрелять. Я тут не помню. Всё, я проиграл. Я проиграл. Сейчас еще раз попробуем. Блин, сейчас еще раз попробуем. Реклама. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем заново.
проходить игру с неделями. Если что, просто не обращайте на мои звуки, ну, и по существу. Потому что эта игра очень страшная. Очень страшная. О, бляха-муха. Тех, у кого плохо со здоровьем или со сердцем, не советую это смотреть. Потому что это игра до ужаса страшная. До ужаса. Ну, ужас. Извините. После этого, после испуга я вообще не соображаю, что говорю. Идем вперед. Мы просто не понимаем, как мы подняли. Это страшно. Даже страшно, блин. Чего она может со мной створить, блин? Козлина такая. Блях. Да усрачься, да усрачься. Меня купили, что мало денег. Лучше некуда. Давайте постараемся. Если мы не пройдем за эту серию, то набираем лайки, мы будем ее проходить. А пока просто это. Попытаемся найти хоть какую-то книжку. Нашел одну. Да. Не хочу никуда, Юра. Я знаю, ты где-то там. Извините за звуки, если будут там какие-то шипения. Вот это да. Вот это поворот. Блях. Да она меня преследует. Ну, думаю, что я на нее смотрел, блин, да? Она просто ходила за мной как попугай. Как попугай, я твой пугай. Если мы не пройдем игру, то с вас лайки. 4 лайка и выходит видео. Ну или хотя бы 5, если вам не сложно. Просто пока походим. Если мы сможем сегодня пройти, значит пройдем сегодня. А если не сложно, то извините. Не ко мне. Это лайки. Страшную игру. Рекомендую это видео слушать в наушниках, если вам так неудобно. Ну, если у кого-то есть наушники. Блин, ну зашибись, ну ё-моё, ну она опять там стала, курица. И она меня преследует сзади. Думает, что я подниму голову и посмотрю на это, блин, чудо. Золотое перья, блин. Ты чё, кайфуешь? Ты чё, просто кайфуешь, да? Пугаешь меня, блин. Пугаешь меня до того, что, блин... Конечно же! Как же без этого? Давайте постоим чуть-чуть. Пока эта мразь уйдет, блин. Сейчас у меня сейчас теперь камера вниз. А, вот, наконец-то камера вниз пошла.
это просто будет игра-обзор. Если вы хотите, чтобы я ее проходил, набираю лайки. Сейчас набираю лайки. 4 лайка или 5 лайков, выпускаю видео. Без лайков не надо. Извиняюсь за звуки, если вам слышно. Открой. Он до сих пор у меня. Не, ну она что, серьезно? Серьезно? Ты это в жопу загадала. Тиская сила. Короче, ребят, мы и так все посмотрели. В следующий раз я ее буду проходить. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока!